Спасибо. Что вы позоритесь? Какие-то мозги. Наталья, что вы в этой жизни сделали? Что вы заработали? И как бы, как вы себя вообще проявили в этой жизни? Давайте поговорим за ваши мозги. Всем очень видно мои мозги, да? Всем очень видно мои мозги, а свои мозги? Вот так, пробую такой стрим и зарабатываю. Потому что мне нравится. Мне нравится. Нравится мне, понимаете, нравится. Ладно. Так. Кому надо мой инстаграм? Нет, я не русская девочка, я девчонка из Украины. Добре, все, я бачу, що вже пішли гадості, зависть, я відключаю ефір. Оставайтесь со своей желчью наедине. Кто писал мне? Дякую. Дякую за подарунки. Уже у меня начинается там 900 подписчиков в стриме, когда у меня там находится там 1000, за 1000 переваливает. Я знаю только одно. Можно больше не читать комментарии вообще, перестать читать, разглядывать такие черные очки, потому что начинают заходить очень какие-то злые люди, начинают очень много писать гадостей. Надеюсь, вам от эти гадости, конечно же, становятся лучше на душе. За подарочки. Вот. Можно не читать комментарии, можно сидеть и рассказывать вам о чем-то, улыбаться и наслаждаться жизнью. Вот. Спасибо большое за подарки, вы очень щедрые. Вот. У вас есть хлопец, у меня есть чоловік. Кто хочет подписаться в Инстаграм, у меня в шапке профиля значок, там Инстаграм, вот это переходите и можете подписаться. У меня профиль закрытый и новый, потому что вы просили Инстаграм, я его создала 2 дня назад. Кстати, 22-29, у меня через 1,5 часа день рождения уже. Прикиньте, просидеть все время до 12 ночи. И я такая, так, все, ребят, это вот, с днем рождения меня. Дякую, дякую за комплименты, дякую. О, смотрите, кстати, было 900 человек за буквально 2 минуты. Вот так раз, и 670 стало. Дякую за подарочки, дякую. Давайте придумаем этот танец для тех, кто ударит подарки. Нету лучшего танца, чем ты попрыгаешь, да? Извините, потом уже просто смешно. Так, а вы знаете, сколько у меня лайков? У меня 15 тысяч лайков. Так, что вы пишете? Хорошее. Я даже не хочу, знаете, кто мне пишет комментарий. Это, может, какие-то комплименты. Я даже не очень хочу читать их, дякую за подарочки, потому что там такие гадости, что мне даже больно опускать глаза и читать это. Все, не переживайте за моего мужа, не переживайте за мою семью, не переживайте, что не холодно. Мне отлично, все у меня отлично. Я никого не ищу. Вот моя татуировка. Короче, тут портал. Тут тоже, тут это, вот это только роза более-менее. Бред, зачем показывать это? Все только из-за этого и смотрят. Конечно, я только это ради этого и так и оделась. Представляешь, вот это секрет, вот это, вот это неожиданность, какая неожиданность,
привлечь так внимание, да? А ты знаешь, что вообще ТикТок такой интеллектуальный, что тут снимают еще и дурные видео, да? Представляешь? Это неожиданно. Это клоуны, клоуны. Клоуны, да? Так, Наталья, я где? Говорит, куда мне идти работать? Наталья, не переживайте, у меня есть работа. И я думаю, что я даже больше вас зарабатываю. Представляете, помимо красивой груди, у женщины есть еще и мозги, а еще и совесть, писать гадости или нет. Вы там, наверное, были, да? Поэтому советую. И сколько заработали. Так, ко мне кто-то хочет присоединиться. Я не знаю, что это за юзер. Так. О, Ира, привет. Не хочешь присоединиться ко мне? Ира всегда... Ира — это моя подружка. Ира всегда заходит посмотреть мой эфир. И всегда заходит, наверное, на тех моментах, когда мне просто тут трошняк пишет. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо за подарки. Ира такая заходит, наверное... Так, что-то тут за Омлик пишет, а что, не хватает смелости написать с личной страницы со своей фотографией? Я смотрю, тут у всех хватает смелости писать гадости со скрытых аккаунтов. Так. Спасибо за подарочек, спасибо. Так, что вы позорите? Какие-то мозги. Наталья, а что вы в этой жизни сделали? Что вы заработали? И как бы как вы себя вообще проявили в этой жизни? Давайте поговорим за ваши мозги. Всем очень видно мои мозги, да? Всем очень видно мои мозги, а свои мозги? Вот так, роблю такой стрим и зарабатываю. Потому что мне нравится. Мне нравится. Нравится мне, понимаете, нравится. Ладно, так. Кому надо мой инстаграм? Нет, я не русская девочка. Я девчонка из Украины. Добро. Все, я бачу, что уже.